19 января прошла открытая сессия Совета Львовского сельского поселения. В ней приняли участие глава Северского района Адам Джерим и его заместители, депутаты и жители поселения. На встрече выступила глава Львовского сельского поселения Людмила Поворотова с докладом о деятельности администрации за год и планах на следующий. Основную долю в бюджете поселения занимают расходы на социальные вопросы, в том числе развитие культуры, спорта, содержание учреждений культуры, проведение мероприятий, благоустройство, дорожный фонд, строительство универсального спортивного зала. Для увеличения доходной части бюджета поселения и сокращения имеющейся недоимки по имущественным налогам специалистами администрации ведется работа на постоянной основе. В прошлом году проделано много работы. На территории поселения наладили уличное освещение, заменили асфальтовое покрытие на трех улицах, отремонтировали братские могилы и памятники. Также на регулярной основе наводили санитарный порядок. На сессии жители поселения могли задать вопросы главе муниципалитета. Больше всего их интересовали ремонт дорог, бесперебойное электроснабжение, а также оборудование остановки общественного транспорта на хутор Ананевский. Все вопросы Адам Джерим внимательно выслушал. Просьбы и замечания занесены в протокол для дальнейшего решения.